Ahuschate nalinanavapadaravindam yogeshware hridi vichintam agadavodai samsara kupapatitottaranavalambam geham jasamupi manasi vadiyad sadana Ahuschate nalinanavapadaravindam Yogeshware hridi vichintam agadavodhai Samsara kupapatitottaranavalambam Geham jasamupi manasi vadiyad sadana Kauriya Goshthipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Джагадгуру сказал, в этом материальном мире абсолютно все является предметами для совершения Кришна-пуджа. For Krishna and this is reserved for me. I can enjoy. This I cannot speak. Я не могу сказать так, что что-то для меня, а что-то для Кришны. Шрила Прабхупада сказал, что абсолютно все в этом материальном мире, все, что мы видим, все это предметы для Кришна-пуджи. Все это для наслаждения Шри Кришны. Мы не можем говорить так, что что-то для меня, для моего наслаждения, а что-то для наслаждения Шри Кришны. Вчера я говорил о том, что Шрила Прабхупада сказал, что большинство людей в этом материальном мире не понимает, не принимает этой уникальной, совершенной сиддханты. Прабхупад говорит, мы знаем, что большинство людей не способны принять этот совершенное философское заключение. Большинство людей не готовы принять вичар Рупа Рагуната. И для них это невозможно. Из-за того, что в этом мире властвует Махамая. Прабхупад говорит, что большинство людей не способны принять наставление Рупы Рагуната, но мы не должны отступать. Мы должны говорить о Рупе Рагунате с полным энтузиазмом и энергией. Мы должны продолжать говорить о Рупе и Рагунате. И это есть настоящая проповедь. Проповедь не означает обманывать людей. Проповедь заключается в том, что мы помогаем людям понять абсолютную истину. То, что они утеряли, то, что, чего у них нет. Помочь понять им абсолютную истину. И только саду может принести им настоящее благо. И таким образом мы, как члены Гаудия Вайшнавского общества, должны пытаться осуществлять такую проповедь. Прабхупад очень часто говорит что мы должны изменить наше видение этого мира. Если мы не можем этого сделать,
This kind of dirty darshan can never help us to enter into any kind of bhajan. Мы не сможем войти, не сможем начать баджан, никакого рода баджан. Что говорить о рагануга баджане? Прежде всего, необходимо изменить свое грязное видение. Что за грязное видение? Что за грязный даршан? Мы все время думаем, что мы смотрим на все, что мы понимаем все. Мы чувствуем, можем чувствовать все. И в таком состоянии невозможно понять ананья баджан. Баджан настолько, то есть составляющие баджана настолько высоки, что обычные люди не могут этого понять. И обычные люди, они гневаются. Они говорят, что это ваша ошибка, что вы не можете объяснить нам. Если бы вы должным образом объяснили, мы бы поняли. Но суть в том, что чтобы что-то понять, необходима квалификация, минимальная квалификация. Допустим, я хочу понять какие-то основы физики. Прежде всего, мне необходим какой-то какая-то основа. В таком случае я смогу разобраться в каких-то понятиях физики, то есть первоначальные знания необходимы, и без них невозможно понять какие-то высокие темы физики. И на этом примере я говорю о материальном знании, но что говорить о пракрита хари баджане, рупануга рагануга баджане? То есть необходим первоначальная платформа, чтобы, то есть необходимо понять, что, чему учит Бхактивинод такой Шрила Прабхупада. Я могу попытаться стараться понять их учение, но обычные люди не могут понять, что такое бхакти. Прабхупад часто повторяет, что бхакти — это естественная функция души. В моей жизни так много опыта страданий, я не могу забыть об этом. Но Прабхупад говорит, попытайтесь. То есть ваша прошлая жизнь какая-то аллегория. That's why Prabhupada many times told, try to get out of history and allegory. To go out of history and allegory. То говорит, что попытайтесь преодолеть измышленные истории и аллегории. Необходимо глубокие осознания, чтобы понять, обрести понимание. Когда я выйду из-под контроля материальных чувств, когда мои чувства устремятся во Вриндаван, и не будет никаких ожиданий от этой жизни, касаемых наслаждений, в таком случае, естественным образом, у меня будет одна лишь цель в жизни — доставить удовлетворение Шри Кришне любой ценой.
И такое умонастроение очень редко. Тем не менее, нам необходимо достигнуть его, потому что Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать нам это. В этом материальном мире большинство людей не понимает, что с Кришной возможен любовный взаимообмен. Как это возможно? Обнимать Кришну, целовать Кришну. То, что за пределами человеческого осознания, как возможно осуществлять с ним такие, вступать с ним в такие взаимоотношения? То, что за пределами нашего понимания, осязания. Кришна находится на таком уровне, как я могу со своей платформы, наверное, достигнуть его. Много раз Прабхупад говорит, что находясь на материальной платформе, если мы будем пытаться понять то, что происходит на трансцендентной платформе, у нас ничего не получится. Как мы можем с нашего уровня размышлять о том, что происходит на... в трансцендентном мире? Это невозможно. И люди, тем не менее, выдвигают свои измышленные философские заключения. Когда клеши уйдут из моего сердца, все нечистоты уйдут из моего сердца. Прабхупад говорит, когда кто-то жаловался, что я так устал от Гуру Севы, мне нужно сейчас отдохнуть, Прабхупад говорил, о, сейчас пенсионерам можно, на пенсию можно выйти. Я же так много служил. Сегодня я, ну, то есть сейчас я уже могу уйти на пенсию. И в действительности это не настоящее служение. Это настроение пенсионеров. Служение должно быть бесконечным, безустанным. Когда Харикатхай и Киртан коснутся моего сердца, сердце мое изменится. Там не останется никаких анардх. Если же я хочу, если я не хочу сам себя менять, никто не сможет изменить меня. Если я не позволяю никому изменить мое сердце, чего ожидать? Гурупад Падма часто говорил, Гурупад Падма рассказывал, что давно Мадхусуд Госвами Махарадж, мой гуру Махарадж и другие представители нашей гуру Варги отправились в Бардван на проповедь, на программу. И между тем они встретили Вамшидас Бабджи Махараджа под баньяновым деревом. Он поклонялся Кришне, пел и танцевал. Все они предложили Дандават Пранам Бабджи Махараджу и сказали: Бабджи Махарадж, не могли бы вы поехать вместе с нами на программу? И Бабджи Махарадж на языке дака ответил: хо-хо. Конечно, да-да, я могу поехать с вами. Когда Вайшнавы ушли, Бабджи Махарадж забылся, забыл обо всем. Когда бы Бабджи Махарадж не встречал баньяново дерево, не видел баньяново дерево, он начинал танцевать. О, это вам Шиват. Начинал танцевать.
петь. Таков истинный даршан. Забыться в мыслях о Бхагаване, о Браджендранандане. Любовь такова, что даже тигр становится щенком, что даже тигр становится кошкой. Любовь такова, что даже лев становится котенком. Мы можем привести дикое животное из лесу и превратить его в домашнее животное. Но сердце наше, наш ум, если мы хотим прогнать из сердца, из ума дикое животное, желание материальные желания, это почти невозможно для нас. В детстве я... В детстве я читал одного писателя. То есть он написал, что это возможно найти, привести из лесу дикое животное и превратить его в домашнее. Но проблема в том, что в моем уме, в моем сердце дикое животное, и невозможно его прогнать оттуда. Почему мы... Почему необходимо совершать саду-сангу? Почему в этом заключаются главные наставления? Потому что саду-санга может помочь нам почувствовать... То есть, если мы приходим к саду и не понимаем, что это саду, не ощущаем саду, Гуру Махарадж говорил, что мы видели Бабджи Махараджа и его даршан. То есть, пронзал наше сердце, наверное. И он, несмотря на то, что пообещал нам, что приедет, он через минуту забыл об этом, потому что он полностью погружен в Кришну. Наш ум должен быть чистым, очищенным. В уме бесконечное количество различных вещей. И день за днем мы должны освещать, наверное, наш темный ум, и мы увидим, что мы больше и больше погружаемся в мысли о Кришне, и постепенно мы забудем даже о нашем теле из-за мысли о Кришне. Мы должны взращивать такую любовь в сердце, прежде чем мы поймем, что такое Раса-лила, прежде чем пытаться понять, что есть Раса-лила, потому что любовь, о которой я говорю, это не вопрос лекции, то есть это не придет, это не может быть объяснено языком в лекциях. Любая философия, любые лекции не смогут помочь вам понять. Любовь к гопи не может быть сравнима даже с Гималаями. Бесконечная любовь. Нет конца этой любви. Несмотря на то, что уже нет места, куда ей расширяться, она все равно увеличивается. В Чинанчаритамрите сказано, несмотря на то, что любви уже некуда возрастать, но в трансцендентном мире слово, имеется в виду что-то самое большое, оно все равно, это понятие, оно
растягивается, она все равно увеличивается. Даже самое, то, что достигает уже пика своего размера, может быть увеличено. То есть мы должны понимать, что когда мы говорим о том, что что-то достигает пика, мы должны понимать, что там еще есть место расширяться до бесконечности. Мы не можем сравнивать материальные понятия с трансцендентными. У нас нет опыта о том, что происходит. Мы не знаем, что происходит в трансцендентном мире. Если вы будете слушать Харикатху правильно, должным образом, определенно Харикатха проникнет в ваше сердце, расплавит ваше сердце, если вы искренне и без лицемерия слушаете. Клешагни означает очищение от клеш. Кто-то, как Прабхупад рассказывает, что кто-то жалуется, говорит, что сейчас уже достаточно, я совершил гуру севу, время отдохнуть, но это не настроение преданного. Нет рагануга преданного. Нет, то есть даже намека на усталость. Я не говорю какую-то философию, я знаю это на практике, по своей жизни. Вы можете прийти, и я докажу вам, как я... То есть, вы можете прийти и посмотреть, как живу я, потому что я говорю все из своего практического опыта. Не какую-то сухую философию, я не голословен. Шрила Бхакти Прагьян Кеша Госвами Махарадж. Нарахари Прабху, мама Гаудия Матха. Если я с одной стороны помещу тысячи матерей, их будет недостаточно, чтобы сравнить с ним. Он настолько милостив. Кешава Госвами Махарадж, говоря о нем, плакал как ребенок. Не мог говорить даже от слез. От слез слезы прерывали его слова. Ты оставил меня, то есть обманул меня, ушел, оставил меня одного. Итак, Нарахари Прабху совершал служение неустанно. Никто не знал, когда он отдыхал. Никто этого не видел. Никто не видел, когда он отдыхал, когда он спал. Все видели лишь, как он совершает служение. Постоянно он заботился о маленьких брамачарях в Матхе, таких как Вамана Госвами Махарадж, те, кто юны. Постоянно присматривал за тем, кому что необходимо, у кого какие проблемы, как помочь их решить. Таково было его служение. И Прабхупад был очень доволен. И таких членов Гаудия Матха, в таких членах Гаудия Матха мы нуждаемся. Постоянное, неустанное, беспрерывное служение. Он не обращал внимания на свое здоровье, но в конце концов его здоровье. То есть случилось так, что неотложные какие-то проблемы со здоровьем возникли. Нельзя было откладывать его, было необходимо отвезти к доктору как можно скорее. И он сказал: если мне осталось жить всего 2 дня, я должен посвятить их служению, у меня нет времени идти к доктору. Зачем я буду тратить свои драгоценные 2 дня на доктора? Я должен задействовать их в служение. Доктор,
You must go. Then Vinoda crying. А Винода плакал и сказал: ты хочешь себя прославить, себя хочешь, не идешь к доктору, чтобы о тебе все хорошо думали, наверное, поэтому ты не идешь. То есть он пошел на такую уловку, и в конце концов то он плакал и говорил это, и они оба плакали. В конце концов тот отправился к доктору. Аюрведический доктор был очень старым в то время. Ему уже пора было, то есть он уже был вот-вот должен был оставить тело, но когда он лечил, стал лечить Нарахари Прабу, он предлагал ему полные донаты пранамы, поклоны, и в один день. He was ready to fulfill his desire also. We need this kind of seva. Prabhupada himself in his life. То есть доктор был должен был вот-вот умереть, и, наверное, Нарахари Прабху каким-то образом ему в этом помог, так что тот доктор послужил Нарахари Прабху, и он смог оставить тело в каких-то особых обстоятельствах. То есть он настолько милостив, что помог доктору. Прабхупада. Шрила Бхакти, то есть и таким должно быть наше служение, как Нарахари Прабху являет пример. И все представители нашей Гуру Варги показывают этот пример, Шрила Бхакти Дадамадава Госвами Махараджи и так далее. Потому что как мы можем, если мы почувствуем наслаждение от служения, мы не сможем больше жить без служения. Если же мы, то есть если мы живем без наслаждения, это как пожар, который, дрова, которые, как топливо, которое разжигает. Что говорить о Кришна-бхаджане? Если кто-то осознает, что есть Кришна-бхаджан, Прабхупад говорит, те, кто почувствует вкус Кришна-бхаджан, никогда не сможет оставить его. Так, клеш-агни, умственная агония и так далее, ничего этого не останется. Субхада, то есть Шубхада, когда до восхода солнца пробивается свет, то есть солнце еще не взошло, но свет уже проникает, появляется. В это время все дикие звери прячутся, разбегаются, потому что они боятся солнечного света. Восход солнца таков, что мы можем видеть все, как, то есть помогает видеть нам все, как оно есть. Шубада дарует все благое. Если Кришна даст вам мокшу, мы можем принять эту мокшу, но что мы будем делать с ней? Мукти. То есть преданные знают, что такое мукти, а обычные люди не знают. И это когда ты принимаешь такое положение, что ты как инертная материя, никаких чувств не испытываешь. То есть, если мы хотим обрести мокшу, это бесполезное желание. Нечего нам делать. То есть, что вы сможете делать с этой мокшей? Ничего. Ананда в сердце — это как будто бы, когда вы кипятите молоко, если долго его кипятить, оно становится гуще и гуще. Постепенно она становится киром, малайей.
Таким же образом, Рупа Госвами говорит, вы почувствуете трансцендентное счастье в сердце. Вишванат Чакраварти-пад говорит, как глухонемой мальчик, бедный, у которого нет денег, он не может каждый день, даже на чапати у него нет денег. Я видела такие случаи, как матери этих бедных мальчиков готовят один раз в день. И когда я увидел их, я почти плакал. В 4-5 часов готовят еду, а до 4-5 часов вечера они ничего не едят. Маленькие мальчики в этих семьях, они очень бедные. Никакого образования у них нет. И так они живут. Итак, однажды глухонемой мальчик пришел в Матх. Он был очень бедный. И Махарадж дал ему сладкий шарик, очень хорошую какую-то сладость. Много-много всего. Этот мальчик, он не мог говорить. Вишванат Чакраварти-пад говорит. Он не мог ничего говорить, этот мальчик. И когда Махарадж дал ему эту сладость, он ничего не мог сказать, он не мог выразить свое счастье, свое наслаждение, но лицо его выражало глубокое удовольствие. Так говорится, что глухонемой не может говорить, не может выражать свои чувства, но если мы посмотрим на него, мы почувствуем, насколько он, как он наслаждается, и, то есть вот в этом случае. Поэтому ананда сгущается, сгущается в процессе преданного служения, дает полное удовлетворение атме. И в конце концов толкает Кришну так, что Кришна не может устоять, тащит, тащит Кришну, затягивает. Прабхупад вновь и вновь повторяет эти вещи, но никто не может это понять. Однажды Кришна, однажды Прабхупад со слезами, струящимся по щекам, говорит, я так много сказал о даршане, о том, как исправить ваше видение этого мира, видение всего. И что вы видите? То есть прежде всего необходимо исправить это. Никакая высокая философия не даст вам никакого продвижения, никакого блага не принесет. Я рассказывал много всего о даршане, о дрише. То есть Кришна может видеть нас, но мы не можем видеть Кришну, не можем видеть Джаганната. Все, что в этом материальном мире находится, я должен думать обо всем этом так, что это предназначено для наслаждения Шри Кришне. Все, что есть, трава, все, вообще все, что в этом мире, все это атрибуты служения Шри Кришне. Когда мы осознаем это, когда и как мы можем это осознать? Потому что в большей или меньшей степени все мы находимся под контролем ложного эго. По сей день мы не можем сказать, что
Мы освободились от влияния ложного эго. Мы переживаем, когда кто-то не выражает нам почтение, когда критикуют нас. Мы не можем терпеть этого. Мы не можем чувствовать так, что все, что не делается, все делается по плану Кришны для моего благополучия. Что все это просто проверки для того, чтобы... То есть проверка, стану ли я... Все, что происходит, это проверка для того, чтобы понять, для того, чтобы разозлить меня, для того, чтобы расстроить меня. Чтобы я почувствовал, наверное, что... То есть, когда ваша энергия будет растрачена, она уйдет от вас, вы станете бессильным. Но гуры и вайшнавы сохраняют энергию. Внешний мир, куда бы вы ни смотрели. То есть, гуры и вайшнавы не тратят своей энергии ни на что, кроме служения Шри Кришне. И Прабхупад говорит, что прежде всего необходимо исправить наш даршан, наше видение, так что мы начнем видеть, что чувствовать, что я не могу видеть Кришну, но я должен стать достойным, чтобы Кришна захотел увидеть меня, чтобы он посмотрел на меня. Почему Прабхупад постоянно говорит, что мы должны стать пылинками на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами? Потому что Рупа Госвами — это Рупа Манджари. По милости Рупа Манджари, я смогу изменить свои уродливые черты, имеется в виду свои уродливые черты наслажденца. Я смогу, по милости Рупа Манджари, обрести прекрасный образ гопи, так что Кришна почувствует влечение ко мне, захочет обнять меня. Кришна — это единственный объект привлечения всего мира. То есть весь мир может быть привлечен лишь Кришной. И это правда, тем не менее. Есть такие вещи, которые Кришна не может избежать, это лотосные стопа, стопы Радхарани. Не может. Он неравнодушен к гопи и так далее. Кришна испытывает влечение к ним. Несмотря на то, что мы знаем, что Кришна самоудовлетворен, что он ни в чем не нуждается, он руководит бесконечным миром, то есть обладатель бесконечного мира. Но кто руководит этим миром? Кто руководит, кто возглавляет этот мир, когда кто решает проблемы, когда тут в этом мире они возникают? Кришна — источник всех атмарам. Те, кто достигли даршан атмарамы, Кришна — источник всего. Тем не менее, мы выражаем сомнение по поводу того, что Кришна играет с прекрасными девушками. Находясь на этой платформе, то есть что я могу сказать о Кришне нового, наверное? Мы не понимаем, что такое. Все татвы не понимаем просто. То есть, если Кришна станет объектом моего видения, в таком случае я буду наслаждаться, глядя на его прекрасные одежды и так далее. Когда бы Прабхупад не заходил в храм Джаганната, как я слышал от моей гуру Варги, Прабхупад видел Джаганната, стоящего за Гарудой. Прабхупад никогда не говорил,
То есть он смотрел на него, стоящего за Гарудой. Он никогда не рвался вперед, не заявлял, что я должен коснуться его стоп, я должен как можно ближе подойти к Джаганнату. Это глупые идеи. Что ты можешь увидеть, если даже подойдешь очень близко к Джаганнату, если коснешься его стоп? Вся наша Гуру Варга, все они видели Джаганната. Они говорили, что как минимум я как бы я предстану перед Господом. Я не вижу тебя, у меня нет возможности, способности увидеть тебя, но как минимум ты взгляни на меня, на мое плачевное положение. Джаганнат не видим для нас, мы видим лишь его якобы деревянное тело, без рук и ног. Это все, что мы видим. Итак, мы должны понять настроение Браджаваси для того, чтобы осознать эту возвышенную тему. Что бы они ни делали, конечная цель этого — не вожделение. Но это в нашем случае конечная цель всех наших действий — это вожделение. Шашти-мата поклоняется Шашти-деви, потому что ребенок был очень... То есть ее маленький сынок был очень беспокойным, и она молится ей: «Пожалуйста, благослови, чтобы с ним ничего не случилось». Она пекет различные сладости. И она все пекет, пока Нимай спит, она и для того, чтобы предложить Свастима. И она думает, нужно, чтобы он спал, что если он придет, то будет проблемы тогда. И сейчас ему нельзя просыпаться, если он сюда зайдет, то будет проблемы. И шаг за шагом она тихонько относит все свои приготовления, чтобы предложить так, чтобы Нимай не видел. Но посреди пути Нимай подходит к ней и говорит: «Мама, мама, куда ты собираешься? Куда ты идешь? Куда ты идешь? И что у тебя в руках? Что тебе там припрятано? Ничего, ничего, тут ничего нет. Сейчас я к тебе подойду. Иди, иди. Нет, сэр, объясни мне, куда ты идешь. Иди, иди, иди». И тогда Нимай подходит к ней и открывает, что спрятано, то есть то, что она прячет под одеждой на тарелке. И он берет все и начинает есть, идет на Гангу. И Шачимата думает: «О, все, моя пуджа кончена, то есть ничего не вышло. Как я буду поклоняться Шваштима? Ты уже учишьку тут создал из моих подношений». «Да ты не понимаешь, мама, Шваштима ей нравится, она мечтает получить мою утиштху, остатки моей пищи. Что ты такое говоришь?» Шваштима-то не может понять, что говорит Нимай, что он подразумевает под этим. Итак, этот пример очень важен. То есть, когда Нимай кушает бананы, то, что предлагают маленькие девочки, когда поклоняются на берегу Ганги, Нимай вкушает все, что они предлагают. Они хотят поклоняться Шивджи, но Нимай забирает у них все это. Он говорит: «Вы кому вообще поклоняетесь? Поклоняйтесь мне». Ганга, Дурга, Махеш, все они мои слуги. Ты не должен такое говорить. Что ты вообще такое говоришь? Да, я это провозглашаю. Вот такие лилы являет и Кришна. Помните, атитхи, то есть гость, незваный гость. То есть, когда Браман пришел, три раза готовили
готовил Браман, Браман сам для себя готовил, но каждый раз Кришна приходил и вкушал его подношение, и он видел это, кричал: «О, Утиштха, как теперь я буду поклоняться, предлагать это?» И Шачимата была... Шачимата была поражена опять, что вновь... То есть уже этот гость говорит: «Браман, уже 12 часов, когда мне готовить?» Но Шачимата просит: «Пожалуйста, прости, прости нашего сына, нашего маленького сына, ты наш гость, пожалуйста, приготовь себе вновь». Еще раз он приготовил, опять предлагает. Джагнат Мишра заточил Нимая в комнате, в закрытой комнате, так, чтобы он не вышел, снаружи он смотрел. То есть уже почти 12 часов, уже больше 12 часов. Но Нимай каким-то образом вышел из комнаты и вновь принял просад, вновь взял с тарелки, на которой было предложение, вкушал. И Браман закричал, а тот отвечает: «Ты же сам меня позвал, позвал меня мантрой». А тот сказал: «О, да». Это сам Нимай. Нимай — это Гопал. Гопал — это Нимай. То есть все это устроено йога-майей. Шачимата просит прощения за своего сына. «Не обращай внимания, он сумасшедший, мой маленький сынок. Не обращай внимания на него». Все это устроено йога-майей. Понимаете? Материальная любовь. Наверняка у вас есть опыт материальной любви. Она настолько сильна, как Джим Делла, история с Лайлой Маджну. Они сражались до последнего. Сражались за право встречи друг с другом, пытались встретиться. Из Махабхараты история. То есть такая глубокая боль от разлуки. Настолько эти трогательные истории, что каждый плачет, когда слышит о них. И сейчас, если стоит вопрос, что если их любовные отношения настолько сильны в материальном мире, я сам видел очень бедный молодой человек. Какая-то девушка влюбилась в него. Она из очень высокой семьи, высокого происхождения, невероятно богатые. Но что ж в конце произошло? Она захотела выйти за него замуж. Отец пытался изо всех сил остановить это, наверное, но переубедить ее, но она сказала, что я должна выйти за него замуж. Я выйду за него замуж. И тогда отец сказал: «Я тебе ни копейки не дам. Если хочешь, иди за ним и становись попрошайкой». И в конце концов она вышла за него замуж, и они жили очень-очень бедно всю жизнь. В Чагде также есть... То есть в Чагде, наверное, это произошло. И для чего я говорю это? Чтобы вы поняли, если материальная любовь настолько сильна... Кама — это основа любовных отношений в материальном мире. Но, то есть, присутствует... В материальном мире не может быть любви, отношений без осквернения. Нет такой любви в материальном мире, которая была бы чиста абсолютно. В Чайтанья Чаритамрите сказано. То есть чистую любовь невозможно найти в материальном мире. Невозможно.
если вы разовьете чистую любовь в сердце, вы сможете связать Кришну навсегда в своем сердце. У него не будет сил покинуть ваше сердце. Кришна изогнут в трех частях, в трех местах. Вверху, посередине и внизу изгибы. И если какая-то колючка входит в вашу, пронзает вашу ногу, вы не можете легко ее достать. То есть, если это не прямая колючка, а изогнутая, во Вриндаване такие встречаются в лесах. У меня также опыт этого есть. То есть, такие колючки, которые невозможно достать из ноги просто, они, потому что они согнутые. То есть, если она вошла в ногу, невозможно ее достать. И то же самое происходит с Кришной. Когда он войдет, он не может легко войти в сердце, то есть это сложный процесс. Но если он войдет туда, то он не сможет покинуть ваше сердце. И даже если мы скажем «уходи», все равно он не уйдет. Да, Путана пришла Кришне. Маленький мальчик Кришна, когда он понял, что Ракшаси Путана пришла, чтобы убить меня, чтобы отравить меня, накормив грудью. Гопал закрыл глаза. Он не хотел видеть лица этой ведьмы. Но когда Путана накормила их его, то есть стала кормить его, там не было никакого молока, только яд. Но Кришна не отпускал ее, так что она начала кричать, хотела вырваться, но Кришна очень крепко вцепился в нее. Она кричала: «Оставь меня, оставь меня, оставь меня!» Но маленький Гопал сказал: «Мама, о мать, обычно я никого не хватаю, никого не ловлю вот так вот. Но если я кого-то поймал, то я не могу оставить». Таково мое правило. На самом деле, я никого не могу поймать. Но если я сделал это, я не могу его оставить. Таково правило. Ты сейчас просишь меня, чтобы я тебя оставил, отпустил. Но как я могу? В Чайтанья Чаритамрите ясно сказано. Такой пример любви невозможен в человеческом, в человеческой жизни. Нигде вы не сможете найти такие отношения. И такая любовь недоступна в материальном мире. Если такую любовь кто-то встретит, чистую любовь, если кто-то обретет такую любовь, чистую любовь, он напрямую отправится в трансцендентный мир. То есть никогда эта любовь не покинет вас, вы никогда не покинете ее. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: если, то есть скорее человек умрет, чем оставит такую любовь. Но эта любовь недоступна в материальном мире. Если же кто-то по какой-то удаче обретет такую любовь, подобно Мадхавендра Пурипаде, то
700 лет. То есть мы можем подчеркнуть вдохновение от того, как они совершали баджан. 750 лет. Не поняла, о ком идет речь, но какой-то саду совершал баджан. Потому что 750 тысяч лет, потому что он созерцал напрямую лилы Кришны. То есть тело может умереть, но то есть я должен достигнуть успеха в этой жизни, потому что в следующей жизни у меня может не возникнуть возможности, не появиться возможности слушать Харикатху. Разве заплатив $1000, вы сможете купить любовь? Нет, это не так. Если вы по какой-то удаче обретете любовь Гуру и Вайшнава в свой адрес, вы осознаете, наверное, то есть их любовь очень глубока. Они не обманут вас. Все в этом материальном мире обманут нас, кроме них. Никому мы не должны верить, как говорит Шрила Прабхупад, в этом материальном мире, кроме вайшнавов. Единственное, кому мы должны верить, это чистые вайшнавы. Если все творение будет разрушено, вайшнавы не оставят нас. Потому что в сердце их Кришна. Если такая любовь, то есть никто не может оставить прему. Скорее, такая личность оставит свою жизнь, чем оставит прему. Итак, все лилы, которые совершает Бхагаван, приходя в облике Варахадева, Курмадева, Нарасингхадева, Кришна постоянно показывает свою ашварию, свое величие. Он обладает шестью видами величия. И в соответствии с местными обстоятельствами Кришна выражает это, показывает свое величие. Курма лили, Вараха лили, Нрисинга лили. Время от времени он делает это. Все шесть видов богатств проявляются в полной форме. Господи, и порой он использует их время от времени, когда это требуется ситуации, когда обстановка требует этого. Иногда Кришна показывает богатство, но оно покрыто Мадхурией. Свое величие. Он показывает свое величие, которое покрыто, в конце концов, Мадхурией во Вриндаване, как в Говардхана Лиле. Здесь, в материальном мире, если мы увидим кого-то, кто может держать 50 килограммов камней на одной рукой, мы с ума сойдем, увидев такое зрелище. Но Браджаваси смотрели на Кришну, который держал холм Говардхана 7 дней, и он не пил при этом и не ел. Браджаваси желали видеть Кришну постоянно, смотреть на него постоянно. И Кришна хотел смотреть безостановочно на Радхарани. Таким образом, их желание было исполнено. И Браджаваси
поставили ультиматум. Как ты должен объяснить, почему, как это у тебя получилось держать? В конце концов, проживающие задались вопросом, как это 7-летний мальчик смог держать Гвардхан 7 дней? И он сказал, они сказали Нанда Бабе, объясняешь, как это так? Они поставили такой ультиматум, что ты должен объяснить, как это произошло, как это возможно вообще для твоего сына. Если ты этого не сделаешь, то мы прогоним тебя из нашего общества. Объясни, как это возможно для, было твоему сыну. И Нанда Баба был вынужден сказать об этом. Несмотря на то, что... То есть, о чем я хочу сказать, что несмотря на то, что он держал 7 дней Гавардхан, это покрыто Мадхурией. Несмотря на то, что у Браджаваси возникли вопросы, тем не менее, вся эта лила покрыта Мадхурией. Когда Кришна держал холм Гавардхана, прежде чем это произошло, Саки, обычно я захожу в некоторые места, когда совершаю парикраму, там есть одно место, куда Кришна, где Кришна держал холм Гавардхана, и саки говорили ему, какие-то саки говорили, «О, откуда у тебя столько силы, чтобы держать холм Гавардхана?» Тут есть одно большое дерево, если сможешь повалить дерево двумя руками. То есть Кришна это сделал, и по сей день отпечаток от этого там остался. Это деревня. Название ее, наверное, означает, что это место, где Нараяна пребывает, сидя под деревом. Когда гопи искали Кришну, он вернулся назад. То есть, имеется в виду, Нараяна предстала перед ними, и... То есть, и гопи сказали, о, Нараяна нам ни к чему, нам нужен Кришна, и прошли мимо. Но когда Нараяна предстала, когда Радхарани проходила мимо, все его руки втянулись, и Кришна не смог он больше поддерживать, не смог являть свою айшварию перед Радхарани. Таково могущество любви. Кришна становится куклой, марионеткой в руках гопи. Только посмотрите на силу любви. Но есть места, где Кришна входит То есть Кришна держит Гавардхан. И, то есть, имеется в виду, там в середине где-то, то есть было укромное место, куда Кришна позвал всех Браджаваси. И все они встали там под холм Гавардхана на 7 дней. Итак, мы не можем представить человека, который смог бы 50 килограммов одной рукой камней держать. 10-15 минут. Не можем представить себе такого человека. Но Саки... Сейчас мы видим, что Саки, Мадхумангал... Говорили Кришне, да у тебя же сил нет. А, то есть они думают, что у Кришны нет никакой силы, и они помогали ему держать. Когда кто-то говорил, что
якобы Кришна держит, а они говорили, нет, мы тоже предложили свою руку, мы помогали держать палками. У всех гопалов были палки. Итак, богатство во Вриндаване покрыто, имеется в виду Айшвария, во Вриндаване покрыто Мадхурией. И Мадхурия уникальна во Вриндаване. Все это сделано Йогамайей. Когда Ишода, мама Ишода увидела Браманды во рту своего сына, она сказала, ну-ка иди сюда, открой рот, я проверю, ел ли ты глину. Твои друзья сказали, что ты ел глину с Ямоны. Нет-нет, я не ел. Открывай рот. Твой старший брат сказал, что ты ел. И тогда она силой открывает ему рот. И что она видит там? Бесконечные браманды. Она увидела даже саму себя во рту Кришны. Не пытайтесь спорить с Кришналилой. Противоречить Кришналиле. Постоянно пребывайте в смиренном настроении, смиреннее, чем травинка. Все мистерии Кришналилы могут стать для вас очень ясными. В конце концов. Итак, любовь — это... Сарвам Бхаттачарья Майявади, был Майявади, гуру Майявади. Тем не менее, он осознал, я не знаю как, когда Махапрабху вошел в храм Джаганната, чтобы обнять Джаганната, он упал перед Джаганатом. В это время все панды хотели побить его, но Сарвам Бхаттачарья запретил им, он сказал, подождите, не бейте, это же уникальная любовь, уникальная бхава, наверное. И он сделал это, несмотря на то, что он Майявади. Он обладает полным знанием шастр, но по милости Гауранги, Даршан Гауранги тронул его сердце. А как же в другом случае такой человек мог так себя повести? Он даже не верил, что Сварупа Бхагавана вечна. Поэтому, то есть каким-то образом он помог Гауранге, то есть имеется в виду, запретил им бить его. Он сказал, что я никогда прежде не видел подобного. Это же сатикавикары. И кто же, кому принадлежат эти слова? Сарвам Бхаттачарья, тому, кто является гуру Майявади. То есть как это удивительно, как Гауранга проливает, как он проливает свои слезы, как проливает слезы. Такая любовь невозможна в материальном мире. Я читал это только в шастрах. Сейчас я вижу на практическом, на практике вижу это. Это необычный юноша. И он, Сарвам Бхаттачарья, с помощью своих студентов, они взяли Махапрабху и отнесли его в дом Сарвам Бхаттачарья. Это уникальная лила. Сарвам Бхаттачарья устроил ему место для отдыха, чтобы Гауранге было удобно. Комфортно. И в это время пришли преданные Нитянанда Прабху и так далее. Они только услышали несколько часов назад, что произошло. Они решили пойти искать его. Они отправились в дом Сарвам Бхаттачарьи. Он был знаменитым, они знали, где он живет. Они начали, придя туда, они начали санкиртану, воспевание святых имен. И по могуществу Нама Санкиртаны Махапрабху пришел в сознание. Между тем, Сарвам Бхаттачарья начал подозревать, что этот юноша, прекрасный молодой саньяси,
Возможно, он уже умер. Надо проверить. Он взял очень тонкое-тонкое перышко и приложил к носу Сарвабхаума Бхаттачарьи. К носу Гауранги. И он увидел, что это всего лишь проявление прямо викара. Он совсем не умер. Есть симптомы жизни, потому что это перышко, это или ватка, ну, в общем, оно двигается от движения. Итак, из-за Санкиртаны Махапрабху очнулся благодаря Санкиртане. Таким образом, я хочу, чтобы вы поняли, что сказал Кришнадас Кавирадж Госвами. Он говорит, что такая любовь невозможна во всей Вселенной. Это Шудда Сатва Судипта Викар. Эта любовь не может быть... Нет ей равных в этом мире. Сарвабхаума Бхаттачарья был поражен, как этот юноша, этот молодой саньяси обладает такой любовью, потому что он не знал, что это Гауранга Махапрабху. Я слышала, что та любовь, которую показывает Гауранга Махапрабху, за границами чего бы то ни было, то есть больше, чем... В деле с Радхарани также много всего поразительного, но тут это достигает пика, наверное. Сейчас постарайтесь понять. Если вы не глупы, вы поймете, как величие этой любви, глубину этой любви, которую выражает Гауранга Махапрабху Кришне, попытайтесь ее понять. Иногда Махапрабху бросается в океан, иногда падает тут и там. И коровы Орисы лизали его тело. Преданные искали его, не могли найти, но в конце концов они нашли его, что он лежит окруженный коровами Орисы. Это особый вид коров, которые низкие, маленькие, небольшого размера. И все тело его, руки, ноги вошли внутрь, в тело. Он подобно черепахе лежал. Как вы можете говорить, что раса лила грязна? Как вы можете понять то, все то, о чем я говорил? Это не коснется вашего сердца, пока вы не начнете совершать баджан должным образом. Если я не буду искренне совершать баджан, я не смогу понять раса лилу. Я буду думать, а раса лила — это танец какой-то. Махапрабху выражал уникальную любовь. Потому что он знал, что такая любовь невозможна с Кришной. Простите, потому что... То есть поразительно, невозможно поверить, что такая любовь вообще существует. Поете ли вы киртаны? Нет, говорите, что нет у вас времени. На сон есть, на болтовню есть, а для киртана нету. Что поделать в такой ситуации? Для всего другого у вас полно времени, кроме киртана. Такая больная, такая ситуация в нашей жизни.
Это прекрасная песня, которую мы должны петь и плакать, чтобы обрести милость Гауранги. На 100% они готовы даровать нам эту милость. Прабхупад Мадхава Госвами Махарадж. Еще один момент. Вчера я не мог сказать ничего важного. Но сегодня я хочу остаток времени посвятить пониманию следующей темы. Обычно, по милости Шрила Рупы Госвамипада, мы знаем, что мы видим Йогамаю. Простите, Джива Госвамипад, по милости Джива Госвамипада, невозможное. Рупа Госвамипад пишет в Санкиртане. Вы должны петь эти песни и стараться понять их значение. Затем вы сможете понять, что невозможно становится возможным по милости Йогамаи Кришны. Агатангатан, то, что невозможно. Столько лил Кришна совершил с помощью шести богатств, шести проявлений величия. Никто не видел, не мог увидеть. Никто не видит свет, исходящий из кончиков твоих ногтей. Но сейчас все могут видеть свет, исходящий из лотосных стоп Гауранги. Давно-давно мы плачем об этом. То есть он показал это, наверное, на секунду, и исчезло это видение. Так Кришна играется с нами. Он хочет, чтобы мы плакали, а Кришна будет наслаждаться. Когда мы плачем, мы испытываем пустоту, разлуку. Думаете, Кришна лишен милости, что он безжалостный? Нет, он очень-очень добрый. Очень милостивый, но он хочет, чтобы мы... чтобы наша любовь увеличилась. Когда есть вираха, когда мы любим кого-то или что-то, и теряем это, тогда мы будем думать об этом. О, у меня было это. Гуры Вайшнавы были со мной, но сейчас их здесь больше нет. То есть мы будем испытывать боль разлуки. И это очень хорошо. Это хорошее чувство. Для того, чтобы увеличить чувство разлуки, Кришна... То есть Кришна устраивает все это. Кришна не заинтересован в ваших сладких подношениях и так далее. Кришна хочет... вкушать любовь, вашу любовь.
Вараха лила, Нарисинга лила, Курма лила, какая бы лила ни была явлена Господом, Кришна не думает, что нужно применять помощь Йогамайи. То есть лила вечна. И Кришна совершает раса-лилу. Несмотря на то, что у него нет никаких желаний, потому что он атмарам, тем не менее он обладает желанием. И нет никаких объяснений этому. Но самое главное, что несмотря на то, что Кришна хочет... То есть Кришна, самое главное в этом, ключевой момент, что он хочет забыть, что я Верховный Господь. Если он будет помнить об этом, то он автоматически будет помнить о своем величии, и эта лила не сможет совершиться. Бесконечные лилы содержатся в бесконечных брахмандах. Но это и лилы Кришны имеется в виду. Он совершает различные лилы в разных брахмандах. Но лила, раса лила Кришны, самая возвышенная. Кришна совершает бесконечные лилы, но в сравнении с раса лилой они ниже. То есть, потому что Кришна помнит, то есть Кришна хочет забыть сам о своем положении. При помощи Йогамайи Кришна забывает обо всем о своем положении. И с помощью гопи, то есть, как я говорил, гопи... Что Йогамайя не может сделать? Кришна в форме Нараяны. Отдыхает. Спит. И Кришна говорит, я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. И сами гопи, они тоже не понимают. Такой любовный взаимообмен возрастает до бесконечности. В читании Чаритамрите сказано, что нету места. Уже некуда возрастать, но каждую секунду, тем не менее, все равно возрастает это чувство, любовь. Как же это измерить? То есть некуда уже увеличиваться, достигла уже пика, но тем не менее увеличивается. И Кришнадас Кришгасвами говорит, что это уникальность апракрита, мира апракрита, трансцендентного мира. Потому что у нас материальный опыт, мы не можем этого понять. Кришна говорит, что Йогамайя может устроить абсолютно все, потому что это моя шакти, то есть...
Солнечный свет следует за солнцем. Когда солнце поднимается, свет распространяется повсюду. Когда солнце садится, то и свет исчезает. Точно так же Кришна и Йога-майя не отличны друг от друга. Когда Кришна уходит в соответствии с его желанием, Йога-майя также уходит, наверное, начинает играть определенные роли в соответствии с желанием Кришны. То есть без Кришны мы можем умереть, думают гопи. И сам Кришна... Кришна не говорит, что они мои свои Сварупшакти. Они, сам Кришна забывает об этом, о том, что они его Сварупшакти. И вот это вот такое совершенство, что этой игры, что сам Кришна не помнит, он забывает. Если бы Кришна помнил об этом, как могла бы осуществиться Раса-лила? Кришна советует гопи. После... То есть все они пришли совершать танец расы. Гопи пришли танец расы, но Кришна начинает им рассказывать о принципах, о правилах и предписаниях этого общества. Зачем вы сюда пришли? У вас же у всех есть мужья дома. Он наставляет их. А те отвечают очень сладостным образом ему. Но кто готов понять эту уникальную, секретную, сокровенную татву? Когда Кришна увидел, что они предстали перед ними, он начинает учить их, поучать их. Но они уже научены вам же флейтой Кришны. А сейчас он начинает говорить разные вещи, ну, для того, чтобы проверить их любовь. И не только это, мы также видим, что Кришна говорит гопи. Подобные любовные взаимоотношения очень плохие. Люди будут критиковать вас. Все будут критиковать вас. В этом нет ничего хорошего. Вы приходите, вы произошли из прекрасной семьи, вы очень благородные девушки. Вы думаете, я ваш герой, у вас же есть всех мужья. Кришна определенно проверяет их, но в то же самое время он понимает, что любовные взаимоотношения... То есть мы понимаем, что любовные отношения в этом материальном мире очень грязны, но если мы их перевернем, то... Увидим, что то есть, получится отражение отношений в трансцендентном мире, которые невероятно чистые. То есть, если вы просто перевернете все грязные вещи, которые происходят в этом мире, нечестивые, не... Все, вы увидите, что, потому что этот мир перевернутое отражение трансцендентного мира. Конечно, Кришна проверяет их, но в то же самое время по милости своей собственной Йога-майи, они забывают о том, что у них есть мужья. Потому что
И Кришна поэтому напоминает им, что у вас дома мужья. Таково совершенство этой игры. Это очень редко. Обычные люди не могут понять этого. Когда возможность встретиться с вашим возлюбленным невелики, то ваша жажда возрастает с каждым днем. Тревога, что, как бы, волнение, что я встречу. Радхарани думает, как я могу встретить Кришну. Сакхи, пойдите разузнайте, где сейчас Кришна. И Кришна также... То есть паракия бхава очень редка. В материальном мире очень грязен. Незаконные отношения в материальном мире очень грязны. Но они уникальны, трансцендентные. То есть они уникальны в трансцендентном мире. Такая любовь по-настоящему совершенна в трансцендентном мире. И Джива Госвамипад говорит, агатан-гатан, то, что невозможно, устроено майей Кришны. Если я испытываю слабость, я могу прибегнуть к помощи, к вашей помощи. Но что вы подразумеваете под названием Упасритаха? Тут сказано, что любовь — это... То есть... Майя — это милость. Майя, то есть имеется в виду в словаре, в самом возвышенном словаре этого мира, Карва Пракаш называется. Там перевод слова «майя» означает «крипа», то есть «милость», перевод. То есть много, одно слово приводится, значение одного слова приводится с большим количеством синонимов. Я тоже обращаюсь часто к этому словарю. Как Бог Солнца. Мы говорим Солнце, Сурья, Митра, Савита. Много имен. Многими именами мы называем Бога Солнца. И также тут в соответствии с этим словарем Майя может быть слово Майя может быть применимо также к слову Крипа. Имеется в виду стать переводом слова Крипа. То есть все зависит от обстоятельств, в которых используется это слово, от контекста. Но в этом случае, в соответствии со словарем, слово «майя» может быть применено к крипе. То есть, когда оно применимо, это слово очень... Try to explain. Yogi Atmana.
Когда Кришна выражает какую-то особую крипу, особую милость, то есть она неприменима ко всем, только лишь она раздается в раса-лиле. И только Кришна может осуществлять ее. И как я уже рассказывал вчера, одна Вимука Майя, затем Саджана Вимохини Майя, она зачаровывает Яшоду и Нанду, личных спутников Кришны Йога Майя зачаровывает. Саджан Вимохини Майя называется на санскрите. Это проявление Майя. Те же, кто против Кришны, Кришна насылает на них другой вид майи. Когда Джарасанду напал на Мадхуру, все браджаваси взывали: «О, Кришна, что нам делать? Это млечха, который напал на нас». И Баладжи Махарадж очень гневно был готов броситься в бой, в сражение, чтобы защищать. Но Кришна сказал: «Мы можем сражаться, но мы не должны убивать Джарасанду». «Почему?» — говорит Баладев. «Мы должны его убить». «Нет», — говорит Кришна. «Мы должны все обдумать на холодную голову. Мы не можем его убить, потому что он приведет сюда сотни тысяч солдат. И даже если мы их победим, то он снова придет с таким же количеством армии, наверное. А в Мадхуре не надо будет никуда бежать, мы его легко убьем». И Баладжи Махарадж был готов, то есть он был готов убить. Но тот говорит, что мы не можем убить Джарасанду. Он сказал: «В Мадхуре мы можем его убить легко. В Мадхуре лес Мадхуван. Так, 18 раз Джарасанда был побежден. И Притхви испытывала боль от давления демонов. И Кришна сказал, что я освобожу тебя, подожди немного. То есть майя в этом значении переводится как крипа. Во время раса-лилы майя становится милостью. И Бхагаван принимает решение совершать танец раса. Если бы Кришна думал, что он Бхагаван, невозможно были бы осуществление игр, его игр. Он ведет себя как обычный, как обычный человек. Если бы какая-то айшвария коснулась этого, то было бы прервана эта игра. Никакие риши-муни, сам Кришна не может говорить об этих лилах, о самых сокровенных аспектах этой лилы. Поэтому мы никогда не должны думать грязным образом об этой лиле. То есть, имеется в виду, никакой грязи в этом нет. Кришна осуществляет так много игр. Но самое возвышенное — это Нара-лила.
когда он не сходит сюда в образе обычного живого существа, человека. Потому что, несмотря на то, что тело его не отлично от него, то есть оно человеческое, выглядит как человеческое. У него нет ни чакры, никаких атрибутов, только лишь любовь. Он Навакишор, 16 лет от роду, на товара с прекрасной...